Как провожают пароходы, как все метод, как поезда, морские ласковые воды, вместо рельсы дворя. Сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так. Ба-б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 а
Здесь мне делали МРТ. На каком-то старом оборудовании. Трещит как. Как это. Иду, вспоминаю. Значит, комментарий на то, что там Порфирий Корнеевич 86 лет прожил там, и что-то там с сосудами ног, там чупрун и прочее, да, там было. Я что-то вспоминаю с этими самыми, с ногами, что там было с ногами было совсем у другого человека, а именно не с чупруном, не с этим самым. Не с Порфирием Ивановым, а еще был один. Который так говорит, ну будете заниматься или не будете? Вы будете заниматься или не будете? Ну, так он выдавал. Так что вот этот вот
апологет. Вот у него что-то было с ногами. Было с ногами. Ну, везде фанатизм не нужен, понимаете? Без фанатизма. Это очень важно. И что еще хочу сказать. Сейчас, если более-менее за собой человек следит, несмотря на наши вот эти вот фальсифицированные продукты и так далее, и тому подобное, немножко за собой следит, он довольно-таки хорошо выглядит. И в 60 лет, и в 70 лет. Вот 80, скорее всего, уже тут берут свое. Годы. Годы берут свое. А пока этого нету, где-то и в 70 лет можно выглядеть довольно-таки хорошо. Ну вот мне уже 66, в сентябре исполняется. Остается 4 года до 70. Если ничего такого не произойдет существенного, то еще более-менее живчиком будем выглядеть. Так-то так. Машину оставил на мойке беляша. И вот канаю. Пешочком домой, включил программу тренировки. Ну, где-то еще мне идти метров 600. И как раз будет хорошая тренировка по августовской жаре. Улица Пилищенко. Основная трасса была от завода к городу. Сколько тут народа прошло. В 50-е, 60-е, 70-е, 80-е годы. И даже в 90-е. В 80-е все. Потом все там начало охереть. Да-да-дай. Вот в таком вот я живу. Районе. И можно было бы продолжать жить. Вон тут туалетик прямо под носом у прохожих. Вот этот вот. И как раз он тут подтравливал 1000 проходящих на завод. Вон завод, видите, труба. Вот и завод. Погорельцы погорели из-за того, что бухали. И добухались. Так, 2 километра есть. Смотрите на мое состояние. Весь истекаю потом. Потом потею. Как ты потеешь? Спрашивали римляне. Важно потею. Ага, продается. Продается, задается. А то мне говорят, вот ты тут живешь. Да вот здесь вот я и живу. Только вот так вот жить, как там было, я не захотел, понимаете?
не захотел. А для этого есть голова, руки. Голова должна быть светлая, а руки по локоть золотые. Но это все приобретается, золотится и осветляется. Главное было бы желание. Вот хибару я хотел приобрести, когда начинал здесь жить. Ой, да что такое? Ямки. Ямки. А вот теперь я живу. Можете посмотреть. Можете глянуть. Человек, не пожелавший жить, как говорят, у дерьме. Решивший жить по-человечески. Просто по-человечески, не более того. Займеть маленькую купалинку. Что, нельзя сделать? Баньку, в которой особо не это. Вот такой капитанский мостик, стоишь как капитан и поешь песню. Студеное море, холодные волны, а в небе горит, горит, горит звезда рыбаря. Собакина взять из подворотни, где он скулил. Да, Федя? Построить домишко. Вот такой вот домишко построить. Чтоб семья жила. Вон, видите, мой этот герб. Вот вот окно, видите, это кабинет мой. Мой герб. Дома сказали, не снимать.